С этой минуты мы приступаем к охране общественного порядка. Инструктаж проведет майор милиции товарищ Лаврухин. Стать дружинником мог не каждый. Нужно было иметь хорошую рекомендацию с места работы. Наша служба и опасна, и трудна, и на первый взгляд как будто не видна. Если кто-то кое-где у нас порой честно жить не хочет, значит, с ними нам вести незримый бой. Так назначена судьбой для нас с тобой служба дни и ночи. Если где-то человек попал в беду, мы поможем, мы все время на посту. Ну а если вдруг кому-нибудь из нас тоже станет туго, что ж друг друга выручали мы не раз, и не раз согрело нас в тяжелый час сердце, сердце друга. Часто слышим мы упреки от родных, что работаем почти без выходных, что разлуки нескончаемой порой, встречи ненадолго. Только снова поднимает нас зарей и уводит за собой незримый бой наше чувство долга. Наша служба и опасна, и трудна, и на первый взгляд как будто не видна. Если кто-то кое-где у нас порой честно жить не хочет, значит, с ними нам вести незримый бой. Так назначена судьбой для нас с тобой служба дни и ночи. Значит, с ними нам вести незримый бой, так назначена судьбой для нас с тобой служба дни и ночи. Стрелять и будем стрелять.